Привет. Я хочу наконец-таки выложить фотографии, которые мне предоставила моя соседка. Это такие красивые узоры, связанные на спицах, на четырех спицах. Ну, там, наверное, я не знаю эту технику, на пяти, на четырех, сначала, может быть, на пяти, потом на четырех как-то вяжется. В общем, там 6 фотографий. Но так как их недостаточно для такого клипа, чтобы был хотя бы минуту, там 31 секунда, поэтому я вот это вот записываю. Я очень благодарна ей, спасибо ей большое, что она мне это доверила, свое сокровище. Я хотела вон оттуда снимать, вот что я сейчас показываю, но я увидала вот это вот дерево, оно всю зиму вот так вот меня радовало. Такая красота, такой цвет, вот красный, да, красивый, не передать просто. Сейчас я, может быть, поближе буду снимать, вот так приближу, ну, чуть-чуть. Я извиняюсь, что я так долго не могла вот показать эти фотографии. Потому что, во-первых, у меня сначала был телефон не тот. С того моего айфона вообще даже невозможно было это загрузить видео на YouTube. И вот месяц, как у меня вот этот новый телефон, я только сейчас, у меня руки дошли, чтобы научиться монтировать на iMovie. Спасибо тому, кто меня научил, рассказал мне про этот iMovie. Он знает, кто это. Ну, мне, конечно, помогли и дома. Вот я это вчера сделала. Я сидела до полвторого, сидела и делала. Ну, несколько смонтировала. Парк Секвой я монтировала. И что-то еще. До Канады еще пока руки не добрались. Но доберутся. Ну все. Пока.